Через месяц в стенах детского сада на Подшипниковой зазвучит долгожданный смех. Здесь появится 112 воспитанников, в том числе и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут созданы две группы. Всего же групп будет 6. У каждой свой вход, игровая, буфетная, спальня и туалетная комнаты. В 26-й школе на 5-й просеке 1 сентября впервые прозвучит звонок на урок. Здесь есть все для получения качественных знаний. Оборудованные кранами на каждой парте кабинет химии, спортзал со скалодромами, кабинеты для уроков труда, с холодильниками и плитами для девочек и со столярными станками для мальчишек. Но главное открытие этой школы на 850 мест поможет разгрузить первый корпус, рассчитанный на 650 учащихся. Только первых классов в этом году набрано 9. Те 18 тысяч квадратных метров, которые построены в соответствии с современными требованиями. Уже мы увидели то оборудование потрясающее, которое сюда завезли. И мы абсолютно уверены в том, что все жители данного микрорайона наконец-то вздохнут спокойно, потому что они четко будут понимать, где будут обучаться их дети. В конце августа планируется ввод в эксплуатацию и детского сада в границах улиц Ташкентская и Московское шоссе. Он примет 132 ребенка. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.